Я хотел бы услышать, вот что нам делать с оттоком человеческого капитала. Видя то, как у нас министр здравоохранения рекомендует пить аконит, а некоторые члены кабинета министров ходят на той, тех, которые кустуризируют, и с ними же сидят за одним столом, многие молодые граждане хотят уехать из страны. Они разочаровываются, видя это все. Как быть, когда вот такой пример? Просто хотелось бы, ну, чтобы вы сами пример такой подавали. Хороший пример для молодежи. Спасибо, Дастан Далайбекович. Я вам отвечу. Я Ташиев. Так, критиковать это хорошо. Мы, когда вы критикуете, как бы с вашей критикой мы идем вперед, мы принимаем правильно вашу критику. А когда очерняете, это вам никак не принесет никаких дивидендов. Вот перед выбором вы набираете дивидендов, а не мы. Понимаете ли? Вы набираете дивидендов. То, что мы провели в течение года, я вас сейчас ознакомлю, чем мы занимались в течение года. В течение года по борьбе с коррупцией ККМБ собрало около 7,5 миллиардов сомов. А в течение последних 10 лет всего было собрано 5,9 миллиардов. За 10 лет 5,9 миллиардов, а за год 7,5 миллиардов. Из этих 5,9 миллиардов долларов 3 миллиарда они брали из одной компании. А мы, сотрудники ККМБ, за последний год, собирая, начиная от 1, 2, 5, 10, 100, 200, 2 миллиарда, вот собрали 7,5 миллиардов. Привлекли всех тех, которые в ваше время занимались коррупцией. Тогда вы даже на них не только говорили, даже слово не смогли шептать. Им слово не могли шептать. А мы их всех посадили. Еще посадим. Кто будет заниматься коррупцией, несмотря на то, что там со мной пойдет в той, не той, Куранокуту, всех мы накажем. В том числе вас тоже. Если вы нарушите закон, вас тоже будем наказывать, несмотря на то, что вы рядом со мной вот здесь сидите. Поэтому я вас еще раз говорю. У кыргызов, кто ходит той или Куранокуту, это принято. Это принято. Это не значит, что я, если я пойду в той с кем-то, не значит, что я с ними как бы сдружился. Нет, этого не будет. Имейте в виду. Имейте в виду. Критиковать тоже надо уметь. Поэтому, уважаемый Дастан Далайбекович, ни разу от вас я полезной критики не слышал. Все время критикуете то, что ненужное. Так вы лучше скажите, как исправить страну. Мы как камикадзе сейчас работаем, всю свою знания, возможности государственной власти направляем на то, чтобы исправить ситуацию, которую привели в страну. В том числе вы тоже сидели здесь последние 10 лет. Поэтому, пожалуйста, когда критикуете, дайте нам дельные предложения. Скажите, что нам делать. Мы готовы исполнить. И будем исполнять. Анан жөнөлө отуруп алтыруп эле бул жерде сүйлөп коюп эле бирөөнү жамандап, каралап, бирөөгө жаман сөз айтып койсом эле жакшы көрүнүп, вот таким образом коомду бузуп атасыңар. Вот вы говорите, кто возьмет от вас примеры? Пусть с нас возьмет примеры наша молодежь. Как мы боремся с коррупцией. Так, боремся как уйшкан кылмыштуулук менен ОПГ. Пусть они берут от нас пример такой. Не только не от вас. Который сидите вот здесь, критикуете, так, бирөөнү чукулап, жаман жерин айтып, мамлекетти жаман жака тартасыңар. Бир жакшы жака тартып койбойсузбу, акыркы маалда мына последний, наверное, правительство, которое утверждается у вас, хоть бы какой-нибудь там, скажите дельные предложения, которые мы могли бы исполнить. Скажите. Ни разу не сказали. И не собираетесь говорить. Поэтому, пожалуйста, вот вам, мне, вам такой ответ. Спасибо, извините.
Процедурный, екінші микрофон. Камчыбек Кыдырышаевич, сізге қаршылығымды айтқан жоқмын. Мен сізге мынай мисал қатыр айтып атам да, бұл дағы башқаларға үлгі болатпайы. Мен ошоны айтып атам. Мен сізге сізді чуқыған жоқмын. Тура ақыл атасыз. Бірақ мындай тойға барғанда мен ошоны айтып атам. Башқалар көріп емне ойлошот, ошоны айтып атам да. Ошоны барвагла, может где-то не надо ходить. Я вот это вам говорю. Я же не то, что вот нет, не то, что же я вам. Подождите. Извините меня такое. Да. Я впервые за год один раз пошел в той. Один раз. Так раздувает же это же, видите. Вот. А вот другие что думают? Не каждый день хожу. Если где-нибудь кто-нибудь меня увидел, каком-нибудь тое, пусть скажет. Куран окутуга барам, а тойго мен бир жолуга на бардым. И тое, я еще раз вам говорю, о ком вы говорите. Раим Матраимовым за одним столом я не сидел, во-первых. Во-вторых, я вышел, говорил и ушел. В-третьих, я скажу, если бы даже сидел, я бы ничего не думаю, что это плохо. Потому что он, в отличие от других, заплатил 2 миллиарда сомов. Он заплатил. Если у него мы возьмем еще какие-нибудь нарушения, он дальше будет платить. Никто его крышевать не будет. Вот за то, что мы, вот Ахылбек Усенбекович сейчас очень правильное направление говорит, за то, что мы сейчас останавливаем все схемы в таможенной системе, сейчас дополнительно мы берем более 100 миллиардов сомов в бюджет. Еще раз я вам скажу. Я вас... Извините, вот, пожалуйста. Нет, Камчыбек Кыдырышаевич, вы, наверное, не поняли меня. Я еще раз говорю. Я вас поддержал и поддерживаю, да? Но вы должны просто пример подать. Ошону айтып атсам, вы берете это в штыки воспринимаете. Да потому что сіз ошон түрлі чуқылап атпайсыз. Жоқ, қайсы чуқылап... Жоқ, елді ұшына арғандай сөздер болса, мен елдің сөзді айтып атпаймын бұл жерде. Жөнде мақтап еле жүрсем... Вам же хуже будет. Зачем это нужно? Мақтаваңыз бізді. Давай, не надо бізді мақтаваңыз. Бірақ баяғыдай қылып тиісіп еле чуқылай бергенде тоқтатыңыз да. Да в лучшем скажите, что мне делать. Дайте как депутат предложение. Я готов исполнить. Я вам много дам предложений. Ради страны. Я много дам предложений. Вы мне ничего не давали. Я дам вам предложение. В течение года ни разу не давали никакое предложение. Дайте предложение, я готов исполнить.